Друзья, снова приветствую вас на канале «Разводня как хобби». Сегодня мы посмотрим на результаты нереста наших тернецей, которые вторые сутки сидят на нересте. И, соответственно, посадим на нерест новые цвета. Вот у нас здесь находятся производители, которые еще не нерестились, которые ждут своей очереди. И вот они будут следующими производителями, которые будем нерестить. Как вы помните из предыдущего видео, из всех пар у нас отнерестились только одна пара оранжевых. Вот, кстати, хочу вам показать. Прошло 24 часа, уже есть личинка полным ходом. Живая. Достаточно ее большое количество. Ну, давайте посмотрим, что у нас на вторые сутки производители нам принесли. Итак, красная пара первая. Икры нет. Вторая. Активности нет. Ну, соответственно, икры нет. Там какая-то одна-две икринки есть, но это не то. Так, оранжевые. Что у нас эти показали? Тоже ничего нету. Так, давайте посмотрим на желтых. Желтые пусто. А вторая пара желтых тоже пусто. Короче говоря, друзья, убираю я всех этих производителей в отдельный аквариум. И сейчас мы сюда посадим новых. Наверное, синие будут, зеленые. Ну, посмотрим. Я вам, конечно же, все покажу. Но думаю, причина отсутствия икры в том, что, скорее всего, самки просто не успели за неделю набрать икры. Мы их еще немножко подкормим. И я думаю, через недельку посадим еще раз. И тогда уже точно будет все понятно. Вот смотрите, выловил я наших производителей, которые не отметались, да? Ну вот, судя по ихнему внешнему виду, как бы, ну вот, толстый живот только вот у самочки оранжевой немножко есть. Вот она, вот она, которая, вот сейчас я попробую показать вам. Вот она, вот. Вот у нее животик видно, да? Ну и все, остальные как бы и не толстые. То есть, скорее всего, они набрали икру. А, конечно, сейчас эту оранжевую мы попробуем сидеть. Попробуем, получится у нас это или нет. Друзья, хочу сказать, что этот процесс нужно сделать очень легко, чтобы не навредить рыбке. Сейчас попробуем. Вот я, смотрите, нажимаю, вот смотрите. Есть немножко икры, выходит. Но она какая-то такая, видите, сколько ее? Она такая, вроде бы как перехоженная. Ну и животик-то у нее такой совсем не маленький, вам скажу. Давайте еще попробуем немножко. Вот смотрите, она выходит, икра. Чуть-чуть надавливаем, и она выходит. Скорее всего, из-за этого она и не отнерестилась, рыбка. Ну, еще чуть-чуть. Не будем ее сильно, скажем так, мучить. Давайте. Ну, вот совсем немножко нажимаю, и вот она выходит. Вот икринка, видите? Это, наверное, видно, я думаю, на камеру. Так, все, пересаживаем рыбку назад. Ну-ка, давайте. Вот. Все, я думаю, она через несколько дней опять наберет икру. И мы посадим ее на нерест. Итак, смотрим, какие пары у нас получились. Значит, в первом нерестовике у нас фиолетовые. Вот такие красавцы. Во втором у нас синие.
В третьем получились тоже пара синих. Так, и на этой стороне у нас зеленые. И вот такие зеленые. Ну все, оставляем их. Я их отсадил сегодня утром, да, скажем так, 12 часов, ну, днем, да. Они посидят до вечера, познакомятся. Вот, и думаю, завтра должны что-то сделать у нас. Самочки не особо толстые, ну, некоторые там одна, по-моему, фиолетовая толстенькая, остальные такие умеренные, ну, посмотрим. Кстати, воду я новую им не ставил, а поставил, оставил ту, в которой не нерестились предыдущие пары. Она чистая, нормальная. Возможно, это будет им стимулом к нересту. Ну что, наступило утро следующего дня. Давайте посмотрим, какие у нас телодвижения здесь происходят на разводне. Значит, зеленые. Ну вот эта пара что-то там изображает. Не знаю, получится что ли. Так, здесь зеленые тоже что-то. Непонятно. Одна рыбка стоит на месте, другая мечется, непонятно. Но эти что-то играют. Так, давайте посмотрим на других. Так, синие, что там у нас? Эти задумались. Извините за качество видео. Снимаю в темноте почти. Здесь тоже пока ничего. Ну, фиолетовые что-то делают. Короче, посмотрим туда ближе к обеду на них. Ну что, уже наступил вечер. В обед сегодня мне не удалось снять. Давайте посмотрим, какие у нас результаты. Значит, сиреневая пара. Сиреневая. Да, отметались они. Самец сработал хорошо. Есть икра и хорошая, и не очень. Ну, больше плохой икры. Ну, как для первого нереста нормально. Так, синие. Синие икры здесь нету. Следующая пара синих. Тоже нету икры. Хотя самочка такая толстенькая, он побежала туда. Так, смотрим дальше. Так, зеленые. Это пара зеленых. Икра есть, но она вся плохая. А здесь зеленые тоже есть, и тоже икра плохая. Ну, скажу вам так. Хоть икра и плохая, но это все же результат. То есть самочки эту плохую икру, скажем так, выметали. И их можно отсаживать в отдельный аквариум. Для того, чтобы они начинали набирать икру и готовились к следующему нересту. Думаю, следующий уже будет нормальный. Ну, по крайней мере, мы вот этих зеленых отсадим. Пускай набирают икру. А вот здесь у нас, как вы помните с прошлого видео, личиночка оранжевой тернеции. Смотрите ее там сколько. Вот там на дальней стенке. Видите там, короче, нормально она себя чувствует. Поставила им сюда эрлифный фильтр. Водичка идеальная, все. Думаю, через сутки начнет уже плавать. Но это уже будет другая история. Вот смотрите, у нас еще вот столько осталось рыбок. Самочек, да, которые нагуливают икру. Которые еще ни разу не нерестились. И мы их тоже будем нерестить. А вот вверху у меня самцов сколько, смотрите. То же самое. Я думаю, что через день будем опять их садить на нерест. Я помою нерестовички. Вода отстоится, и мы очередной раз новые пары отсадим на нерест. И посмотрим тоже на результат. Для того, чтобы подготовить этих рыбок, и уже когда они по разу отметают, то есть икра обновится, мы их опять посадим всех вместе уже на нерест для того, чтобы получить большое потомство разноцветных рыбок.
Синих оставил вчера еще на одни сутки. И давайте посмотрим, возможно, что-то у них там произошло сегодня, потому что был утро, было такое буйное. Так, у этих рыбок вот они нервничают. Вода не мутная, поэтому... А ну-ка. Икры нету. Так, у этих чуть-чуть мутновато, эти успокоились. Самочка такая худенькая. Ну-ка, вроде бы есть у них икра. Ну, сейчас заглянем сюда ниже. Да, есть икра. Одна пара синих сработала. Красавчики. А вот сиреневых, которых я отсадил, вот у них уже тоже есть достаточное количество личинки. Тоже будем ее выращивать, поднимать. Друзья, кому понравилось видео, ставим лайк, не забываем подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Комментируем. У кого есть желание поддержать канал материально, становитесь спонсором канала, нажимайте на кнопочку «Спонсировать» под этим видео. И до встречи в других видео. Пока!